Медики Германии заявляют, что в ближайшие несколько недель новый штамм коронавируса «Омикрон» поразит еще 30-40 миллионов человек страны, а это почти 50% населения. Между тем, стало известно, что правительство ФРГ закупило еще 92 миллиона доз вакцин от коронавируса. На это выделено более 2 миллиардов евро. В немецких торговых центрах начали вводить ленты 2G. Это бумажные браслеты, которые доказывают, что человек вакцинировался или переболел коронавирусом. Получив такую ленту, человеку не нужно показывать каждый раз ковид-сертификат. Действуют браслеты 2G только один день. К другим новостям. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер посетил рождественское почтовое отделение в Бранденбург. Он привез письма от детей из своего берлинского офиса, замка Бельвью, чтобы передать их Санта-Клаусу и рождественским ангелам лично.